Я доктора вижу первый раз. Хорошо, что появился травматолог. Это очень хорошо. Галина Федоровна долго находилась на больничном. В городскую поликлинику пришла на повторный прием, а в кабинете травматологии новый доктор Нуридин Гапоров, врач с 10-летним медицинским стажем. А вы с коленными суставами? С коленными, да. Нуридину Якубовичу 35 лет. Родом он из Таджикистана. Учился в русской школе, а потому прекрасно владеет русским языком. Стать врачом мечтал со школьной скамьи. Где-то 8-9 класс решил пойти. Вообще хотел стать стоматологом, почему-то уже после окончания как бы выбрал травматологию. На операцию один раз пошел, после этого выбрал травму. Высшее образование получил в Московском государственном медико-стоматологическом университете. Там же прошел ординатуру. Поначалу работал врачом-травматологом-ортопедом в Красноярском крае. Потом принимал пациентов на Камчатке. В Коряжму приехал 2 месяца назад по приглашению городской больницы. Я сразу согласился. Хотя я работал, но не знаю, почему так захотелось. И жена сказала, поехали посмотрим. Взяли, приехали. В городской больнице новый врач-травматолог совмещает 2 должности. Ведет прием в поликлинике, а в хирургическом отделении стационара вместе с опытным врачом Андреем Руснаком оперирует травмированных пациентов. Пришел на прием, доктор очень вежливый, как сказать, гостеприимный. Пришел, ничего, объяснил все хорошо, куда идти. Вот уже к нему 4-й раз прихожу, также вежливо разговаривает, не ругается. Так что мне доктор очень понравился, хотя он работает немного. Нуридин женат, у него 2 детей. В Коряжму приехал вместе с семьей и, по его словам, намерен остаться здесь надолго.